Добрый день, меня зовут Кирилл, я представляю компанию PIX Robotics. Мы продолжаем обзор функционала нашей платформы, и сегодня в этом видео я расскажу вам про активность, позволяющую взаимодействовать с программами на базе платформы 1С. Активность «Выполнить запрос» позволяет получить данные из любой конфигурации 1С с использованием языка запросов 1С. Она позволяет значительно сократить трудозатраты на разработку робота, если имеется задача чтения данных из базы. При этом робот не блокирует работу пользователя, а все взаимодействие с конфигурацией происходит в бэкграунд-режиме, что значительно повышает стабильность решения. Активность появилась еще в версии 0.9.0 и уже успешно используется на продуктивных роботах. Она не требует установки дополнительных программных средств, но для ее корректной работы требуется сделать небольшую настройку, описание которой вы можете найти в нашей базе знаний. В дальнейшем мы намерены расширить функционал взаимодействия платформы с системами на базе 1С. В ближайших планах добавление активности, которая позволит выполнять произвольный код в системе 1С, а также добавление сущности соединения 1С, которое позволит оптимально выполнять пакетные запросы в любой конфигурации 1С. На этом все. Спасибо за внимание. Следите за нашими новостями и внедряйте роботов.